В Люберцах состоялся семинар-совещание Московского областного отделения партии «Единая Россия». На встрече обсудили партийные проекты «Городская среда» и «Управдом». Партия «Единая Россия» на протяжении нескольких лет реализует более 20 проектов, связанных с разными сферами жизнедеятельности. Два из них – «Управдом» и «Городская среда» – тесно связаны между собой. Ведь, к примеру, обустраивать дворы и делать ремонт подъездов нужно обязательно, учитывая мнение жителей. Без взаимодействия работать по реализации этих партийных проектов невозможно. Поэтому сегодня было принято решение, и здесь собрались люди, которые занимаются одним партийным проектом и другим партийным проектом. И мы говорим о том, что вообще нужна, так сказать, координация действий. Поэтому речь идет не о слиянии, а координации. Так или иначе, для эффективного взаимодействия двух партпроектов должен поддерживаться постоянный контакт со старшими по домам. Ведь они контролируют качество уже выполненных работ и собирают заявки на то, что только должно реализоваться. Об этом в своем выступлении говорил координатор регионального проекта «Городская среда». Следующий год он должен быть показательным в плане того, чтобы то, что выстроим мы с вами, это вошло в программу МинЖКХ. Инициатива должна идти снизу. А речь идет о чем? О сборе заявок. Люди лучше знают, что им надо. Поэтому на этапе как сбора заявок, вот, так и проектирования, обсуждения этих проектов и так дальше, все должно вестись с общественностью. Кроме того, на встрече решили создать межпроектную рабочую группу, на которую возложат обязанности по разработке методов контроля, благоустройства дворовых территорий и качественного взаимодействия со старшими по домам. А чтобы работа по реализации проектов была продуктивной повсеместно, участники встречи приняли решение создать советы МКД практически во всех домах Подмосковья, а управдомов обучать по всем направлениям. Нам сегодня нужно двигаться дальше. Мы всегда говорим так, что управдома – это помощники. Еще одни глаза, еще одни уши, еще одни ноги, потому что ни в одной организации не хватит только человеческого ресурса. Поэтому здесь хотелось бы либо обучающие семинары, эффективные МКД. Семинар-совещание собрал представителей всех крупных городов Московской области, где сконцентрировано наибольшее количество проблем и задач, которые необходимо решать. Также в ходе встречи участники обменялись мнениями и обсудили совместный механизм реализации инициатив в сфере ЖКХ. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.